И мы продолжаем выпуск. Убил за сделанное замечание. Железногорские следователи предъявили обвинение сыну, который накануне насмерть забил родную мать. Все случилось вот в этой деревяшке по улице Комсомольской. Отсюда накануне, еще 21 числа, медики доставили в приемный покой сильно избитую пенсионерку. Спустя сутки женщина скончалась. Свою роль сыграли преклонный возраст, да и травмы оказались несовместимы с жизнью. По подозрению в совершении данного преступления был задержан как раз сын погибшей, 72 года рождения, который дал признательные показания в обстоятельствах совершения преступления, в частности о том, что за несколько дней до госпитализации между ним и его матерью произошла ссора на бытовой почве. В ходе данной ссоры он причинил матери множественные телесные повреждения, которые, как выяснилось, повлекли в дальнейшем ее смерть. Соседями по дому этот мужчина характеризуется крайне отрицательно. Постоянно пьет, нигде не работает. Ссоры с матерью, с которой живет вместе еще с 90-х годов, стали для семьи нормой. Как говорится, все к тому и шло. Судим не был, однако по нескольким уголовным делам все же привлекался. Судя по месту преступления, говорят очевидцы, сын проявил неконтролируемую просто жестокость к своей матери и всего лишь за то, что она в ходе очередной попойки сына сделала ему замечание. На месте происшествия были обнаружены следы вещества бурого цвета. Я бы не сказал, что они были по всей квартире, в частности, в месте, где было, так скажем, спальное ложе погибшей, были обнаружены телесные повреждения. Обвиняемым были причинены потерпевшей телесные повреждения в области лица и головы, закрытая черепно-мозговая травма. Ну, а кровотечение, как вы знаете, у нас происходит в результате получения ран. То есть была получена также рана головы. Таким образом, произошло скопление крови в спальном месте потерпевшей. На сегодня подозреваемому уже предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть потерпевшего. Пока он числится в задержанных, однако следствие будет ходатайствовать о том, чтобы на мужчину был наложен арест. В противном случае он просто сбежит от следствия. Убийце родной матери грозит до 15 лет тюрьмы. Михаил Симонов.